Привет, пацаны и девчонки! Любите всякие загадки? Сейчас чисто аналитикой заниматься будем! Не, нам наши дальневосточные друзья, добровольные пожарные Байкала, задавали загадку. Вот, говорят, почему вот чем дальше на восток по России, тем больше горят обочины? Вот на западе обочины не горят, а на востоке горят. Вот, можешь догадаться, почему? Ну, уже боюсь. Машины праворульные. У нас бычок летит на середину дороги. Да, а у них на обочины. Хороший повод для сравнения, да? Машины праворульные. Смотрите, есть такие британские острова. И там тоже есть машины такие праворульные, но обочины не горят. Потому что левостороннее движение или еще что-то? Ответная загадка. Я думаю, у них там люди воспитаннее. Нет, к сожалению, есть или такое, к счастью. Это, такое устройство, по-английски ashtray будет, по-литовски пеленине, по... румынски скрумвьерра, по-испански сенесера, по-китайски янхога, по-русски пепельница. Ну, можно применять, и вообще классно. Я вот без фуршетной пепельницы в лес не выхожу. Если выхожу, то бычок убираю в карман. Вот. И... Ну вот у нас тоже есть такие карманные пепельницы, как вот пластиковые бутылки, вот которые не раздули, а и, вот... и с водичкой немножко, ну, чтобы раз, заготовка. Он зато... Ну, и... А вот я хожу, когда гуляю, этих окурков нахожу очень много. Сам не бросаю. Я их деваю вот в такую вот штучку. У меня есть маленькая пепельница фуршетная. Вот видите, здесь все, что я сегодня покурил, я стряхиваю сюда. Это фуршетная пепельница. В Европе они во всех городах продаются как сувенирки. Вот это с эмблемой с эмблемой страны Бельгии, например. Да, я был в Брюсселе, купил такую. У меня еще есть с эмблемой города Бремена, еще с эмблемой каких-то городов. Такую штуку можно купить. Ну, если у вас нет такой красивой гламурной пепельницы, можно стряхивать пепел и собирать окурки. Старую пачку от сигарет еще куда-то. Пожалуйста, не бросайте ни на берегах водоема, ни в лесу, нигде бы то ни было, и в городе тоже, в общем-то, некрасиво. Природа рядом с цивилизацией может сохраниться только в том случае, если мы будем ее беречь.